Здравствуйте, друзья! И в этом видео мы рассмотрим модель КАМАЗ-5511 в масштабе 1 к 43 от производителя Элекон. И данная модель покупалась в середине 80-х годов, и, как вы видите, она довольно хорошо сохранилась до наших дней. Единственное замечание – это пожелтение пластика, но это характерно для большинства пластиковых изделий того времени, потому что на тот момент использовался не совсем качественный пластик, который под воздействием ультрафиолетовых лучей желтел. А в целом это довольно хорошо изготовленная модель, и очень хорошо узнается прототип данного автомобиля. И даже если сравнивать данную модель с таким же КАМАЗом, который выходил в журнальной серии «Автомобиль на службе», то этот КАМАЗ, я считаю, он более предпочтителен. Все же он имеет более правильную геометрию кабины, более правильные общие пропорции. Хотя у данной модели тоже есть свои огрехи, но не стоит забывать, что эта модель была выпущена более 30 лет назад. Кабина, рама и кузов модели изготовлены из металла, в то время как другие декоративные элементы изготовлены из пластика. У модели поднимается кузов, имеются небольшие пружинки, чтобы подвеска была рабочей. Видите, она пружинит. Также у модели откидывается кабина, под ней имеется очень простая имитация двигателя, очень простой салон. И зеркала, они сделаны из прорезиненного пластика, но тем не менее они очень легко отламываются. На большинстве моделей КАМАЗа, которые я встречал на вторичном рынке, у них зеркала отломаны. И это КАМАЗ не самых ранних годов выпуска. Более ранние модели имели резиновые колесные диски, и покрышки были белого, серого и черных цветов. О различиях данных моделей по годам выпуска вы можете почитать в описании к этому видео. А в целом довольно интересная модель, и очень жаль, что производитель Элекон больше не выпускает данные КАМАЗы. И все те модели, которые встречаются сейчас в магазинах, это модели из старых запасов. Поэтому, кто не успел купить такой КАМАЗ, покупайте, потому что их количество каждодневно уменьшается. И, в принципе, больше таких моделей вы не найдете. И, как ни странно, несмотря на то, что это очень простая модель, цена на эти модели, она постоянно растет. Я встречал данные КАМАЗы по 1100 рублей, по 1500 рублей. Несмотря на то, что цена в советское время на данный КАМАЗ составляла порядка 4 рублей. И кто может определить точную дату изготовления данного КАМАЗа, пишите в комментариях. Я все же предполагаю, что это модель 82 года выпуска. У нее на кузове имеется штамп изготовления, но, как вы видите, он уже стерся. И предположительно, это цифра 8 и 1. Хотя очень трудно разглядеть. Поэтому точной даты изготовления я не знаю. Единственное, что я помню, это то, что данный КАМАЗ, он был в серой пластиковой упаковке. Она имела такой довольно интересный серый бокс, но он тоже не сохранился. И спасибо за внимание. Это был обзор модели КАМАЗ 5511. Увидимся в следующем видео. Всем пока!